Это японский шпиц. Расскажите о парнике. Беленькие, игривые, гавкучие. Спокойные. Это друг-компаньон. Это любимец, то есть семьи. Что самое особенное для собаки при выступлении в ринге? Как ей нужно себя вести, чтобы победить? Тут нету конкретного, как надо себя вести, то есть стандарта, да, там, чтобы собака, к примеру, стояла как вкопанная, там вот четко стала и не шевелилась. Нет, особенность собаки. Собака должна проявить себя. То есть в тот же момент, когда она работает, она может там и поиграться, и отвлечься там на вкусняшку. Мы собак перед выставкой не кормим, чтобы собака четко, хорошо ориентировалась на вкусняшку, на хендера. В нашем случае мы больше не на вкусняшку, но больше на голос, то есть на доверие друг другу, то есть только так. То есть без доверия собака не пойдет ни за вкусняшку, ни за любую другую игрушку. Это как-то так. Подскажите, вот как вообще на выставке? Столько, я знаю, на улице встречаются две собаки, они начинают тяпать друг на друга и так далее. На выставке в море собак, как они приучаются? Они приучаются. Нет, конечно, если там вот столкнуть мордочками, да, других собак, особенно это если это кобель с кобелем, то есть, да, пойдет у них, будут они более доминировать друг над другом, они будут лаять друг на друга, они могут огрызаться, но в основном собака привыкает. То есть, когда вот на выставке пройтись, да, мы можем порычать, мы можем погавкать, но когда собака выходит в ринг, то есть собака четко знает, собака четко понимает, что она выходит работать. То есть собака, да, не без, вот сейчас тоже вот рычит, собачки проходят, вот ему не нравится, он рыкает. То есть в ринге этого нету. А как она знает? Обучаем, мы занимаемся. То есть когда постоянно на выставке, собака свыкается, шум собаки, она постоянно видит. То есть ей надоедает это уже рыкать, ходить, гавкать на всех. Но нам, видать, не надоедает. Мы вот не на всех, спокойно не на всех реагируем. То есть они привыкают, это как у нас повседневно гулять. Мы гуляем, ходим, общаемся с собачками, да, специально приучаем, чтобы если собачки лают друг на друга, мы понимаем, что они перейдут в драку, то есть мы уже их не подпускаем друг друга, обходим другой стороной.